Сейчас мы с вами будем открывать ящики Джина. Есть, я и Джина сделал. Джина также сделал. Так, Биби, пробиваем через стену. Погнали! Всем привет, вы на канале Special Game. Сейчас мы с вами будем открывать ящики в Brawl Stars. У меня накопилось 15 маленьких ящиков, 8 больших ящиков, это мне дали за чемпионат. Ну, также на 6500, вернее, на 6300 меня ждет большой ящик. И в подарок сегодня мне дали еще один ящик. В общем, кучу ящиков сегодня откроем. Ну и также хочу рассказать о клубе. Вот наш клуб, спецклан. Если ты активный, то приглашаем тебя в клуб. Все данные здесь есть. Итак, пожелайте мне удачи. Покажу своих бойцов. У меня 22 бойца из 35. Давненько бойцы мне не выпадали. Очень давненько. Хочется уже кого-нибудь сегодня получить. Итак, давайте бесплатный ящик откроем. Смотрим, что здесь. Так, здесь монеты. И я предлагаю сначала маленькие ящички открыть и потом уже открывать большие. Погнали, открываем большие, смотрим. Ничего серьезного. Так, хочется легендарного бойца, ведь я уже заслужил, я столько много играю. 6719 у меня кубков. Пора бы дать бойца. Но нет ведь, посмотрите, нету бойца. Так, открываем. Пока по нолям. Далее открываем. Еще раз открываем. Где же ты, боец? 6 ящиков маленьких осталось. Опять никого из бойцов нет. Может быть, паузу выдержать? Погнали! Нет, не помогло. Еще раз. Так, 3 маленьких ящичка осталось. Где же мой боец? Бонусные предметы. Где же боец? Нету. Последний маленький ящик. Ну, давай, боец, выходи. Нет, его не было. Жаль. Очень жаль. Давайте зайдем в магазин и откроем маленький бесплатный ящик. А, я уже его открыл, получается. Маленький бесплатный ящичек я открыл. Заберем ящик на 6300. Ну, давай, боец, выбегай. Покажи себя. Нету там бойца. Очки силы получены. Заберем на 6500. Так, 150. Кому же дать? Давайте Шелли дадим. Будем прокачивать ее. Будем прокачивать ее. Новый рубеж. 6750. Так, ну что ж, открываем. 8 больших ящиков осталось. Жмем. Вот что получено. Погнали. Так, тут ничего нет. Бойцов нужно. Погнали. Так, а где же бойцы? 5 ящиков осталось. Погнали. Мистер Печки Силы. Где же боец? 4 ящика. Неужели так и без бойцов сегодня я останусь? Открываем. Ничего нет. 2 ящика осталось. 2. Ну что ж, последний ящик остался. Пожелайте мне удачи. Открываем. Давай, давай, дергайся. И погнали. Похоже, сегодня я без бойцов. Немало ящиков я открыл. И, как вы видите, все по нулям. Нет бойцов новых. Так, и давайте улучшим. Улучшим. Карла. Кого там еще улучшим? Дэрила улучшим. Так, есть. Пенни улучшим. Вот, кстати, последний раз мне выпадал именно этот боец. Сверхредкий. Шелли улучшим за 800. Есть. Улучшили Рико. Надо улучшить. Так, и Мистер Пи. Также я его улучшу. Есть. Так, давайте-ка Мистер Пи выберем. Всех бойцов я улучшил, и сейчас нам нужно поиграть. Давайте в захват кристаллов поиграем. Хотя нет, в одиночную поиграем, столкновение одиночно, а потом в захват кристаллов поиграем с кем-нибудь из клуба. Погнали.
Далее будем прокачивать бойцов. Итак, идем на ящик. Нужно забрать ящик. Сначала осмотреться. Вот посмотрите, уже персонаж подходит. Поэтому не тратим просто так. Не тратим. Забирать, забирать. Нет, я забрал. И последний рёк. Есть. Вау-вау. Отходим от него. Выпускаем пушку. Пусть с ним разбирается. А я пока здесь постою, восстановлюсь. Куда-то он делся. Пойдем на разведку сходим. Вот он стоит, поджидает. Ждет, ждет. Его добивать, добивать, добивать. Есть. Эх, не вовремя ты пришел. Еще ставим ульту свою. Есть. Размотал всех. Посмотрите. Там опять же сражаются с Джином. Есть. Я и Джина сделал. Джина также сделал. Так, Биби пробиваем через стену. Пробиваем, пробиваем, пробиваем. Пробиваем, пробиваем его. Пошел он восстанавливаться. Через стену кидаем, атакуем. Кидаем, кидаем. Так, посмотрите. И давай добиваем. Ох, как так-то? Не получилось, не получилось. Чуть-чуть не получилось. Третье место. Это тоже хороший результат. 7 кубков. 7 кубков у меня есть. Копилочки, и также у меня стоит удвоение жетонов. Давайте-ка еще раз сыграем. Прям азарт такой пошел. Давно я этим бойцом не играл. Еще раз поиграем в одиночное. Так, каждый сам за себя, это мы знаем. Ну что ж, идем ящичек ищем. Здесь вот ящичек недавно стоял. Давайте-ка на 8 бит. Так, ящик, похоже, 8 бит мне этот отдал. Даже не поборолся. Так, ну-ка, давайте я через стену атакуем. Эх, на автомате стрельнул. Так, есть, 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 догоняем. Уходит. Уходит. Надо немножко восстановиться. Есть, 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 есть. У меня есть ульта. Ну что ж, можно поставить где-нибудь здесь. В кустах. И пусть бегут. Так, проверим, никого тут нет. А я пока ящички пособираю. Так, идет 8 бит. Надо быстрее сюда уходить. Еще один 8 бит. Уничтожат. Спрятался 8 бит. Есть! Одного 8 бит я замочил. Посмотрите-ка, Бул идет, мочит. Мочит мою ульту. Так, давайте-ка его сейчас заденем. Поставим еще раз. Идет он, идет сюда. Идет за мной. Так, он свою ульту использовал. Добивать его надо, добивать. Также мне нужно восстановиться. Так, там идет мощная битва между 8 бит. Так, моя новая бомбочка пошла. Мочим, мочим его, мочим. Есть, есть, есть. Вот это отлично. Через стену. Бьем, бьем через стену. Давай, держись, держись. Еще раз. Ну, не, только не это. Блин, чуть-чуть осталось. 34 у него энергии было. Четвертое место. Тоже неплохой результат. Главное, не ниже 5. Так, ну что ж. Выйдем и сейчас... Сейчас нужно бойца выбрать другого. Посмотрим, кто ближе всех к новому рангу. Брок. Вот Барли у меня, Барли 13 ранг, я возьму его и сейчас с кем-нибудь поиграем из клуба. Команда набрана, мы играем в захват кристаллов, сейчас мы будем против персонажей, которых вы видели. Итак, погнали, сейчас нужно закидать это место, чтобы враг не подходил. Вау, поймал я, поймал пулю и погиб. Так, сейчас... Нужно отдышаться и снова в бой идти с новыми силами. Посмотрите, как они действуют. Просто сплоченно. И мы пока ничего не можем делать. Так, забираем, 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 забираем этот кристалл. Главное уворачиваться от пуль. Нет, не получилось увернуться от этих пуль. Так, идем еще раз. Нужно отыграться. Закидываем. И пошла ульта, но она меня не спасла.
Итак, счет пока 3-5. Счет 3-5. Близко-близко подошел я к Джесси. Так. Держись, держись. 8. Счет пока 10-0. Нужно сменить позицию, стать где-нибудь здесь. И не получилось у нас удержать. Так, отступаем, отходим. Счет 7-6. Надо, нужно быстрее-быстрее на помощь идти. Сейчас пошла ульта. И спасаем приятеля. Просто закидываем всех. Так, кристалл идет. Вау. Блин, не смог я увернуться от второй пули. И снова меня наповал сразило. Держись, 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 дружище. Так, 8 кристаллов. Нужно, нужно в кустах, в кустах. Вау, сколько кристаллов, но забрасываем, забрасываем, всех забрасываем. Так, 18-0 счет, нужно сейчас удержаться, удержаться, восстановиться. Так, 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 так. Последняя атака. Отбиваемся. Главное уворачиваться от пуль. Убегаем, убегаем. Ах, у меня не получилось. Но бой окончен. Посмотрите, мы выиграли. Отлично. Кудряш, звездный игрок. Так, звездный жетон получен. Отлично. Сейчас нужно взять кого-нибудь в броубол. Какого же бойца взять? Может быть, возьмем... Может быть, возьмем кого? Кто у нас? Давайте Брока возьмем. И поиграем в броубол. Нужно звездный жетон взять. Так, я предложил броубол. Итак, там Брок есть. Карл. Вау, уже посмотрите. Закидали. Нужно восстановиться пока. Так, пока мечом никто не завладел. Опять же восстанавливаемся. Так, что там было написано? Игра закроется на какой-то короткий период. Так, идем, идем, я прикрываю. Словил я пулю, и меня здесь же прибило. Возвращение через секунду. Так, мяч в углу. Нужно. Нужно. Так, меня прибило. Спас немножко мяч. Немножко придержали мы противника. Чуть-чуть они нам не забили. Сейчас идем атаковывать. У меня готова ульта. Нужно разнести у них перегородку. Так, где же мяч? Итак, разносим перегородку. Есть, просто нужно забить. Вау, не смог я увернуться в последний момент. Так, Кудряш, держи мяч, Кудряш. Сейчас мы идем на помощь. 0-0 пока счет. Тут всего лишь нужно... Не стало. Посмотрите, не стало. Так, 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 держимся, держимся. Натиск, отразить натиск. Еще одна ульта готова. И погнали, закидываем. Теперь нужно просто напрямую выйти и пнуть. Отлично, Кудряш забил, потому что сейчас перегородки нет. Отлично, так, натиск, натиск, выдерживаем пока. Не кидаемся, не кидаемся. Пошла ульта, забрасываем. Эх, как так-то он прошел, посмотрите, прошел, просто взял, проехал. Так, нужно сейчас одержать победу. Блин, у нас не стало перегородки. Похоже, моя пуля шальная попала и снесла перегородку. Так, дополнительное время, сейчас, в принципе, все открыто. Где же мяч, где же мяч? Где же мяч? Вот мяч.
И туда его в ворота. Есть! Я воспользовался ультой и забил этот гол. Победа, 8 очков. Взяли. Звездный жетон получен. И это здорово. Это здорово. Друзья пишут, что игра закроется на техническое обслуживание через несколько минут. Начать новую игру невозможно. Дело в том, что, как вы знаете, игру обновляют. Тут новая менюшечка будет, ящички изменятся немножко, да, интерфейс изменится. В общем, обязательно поиграем в следующий раз. Подпишитесь на канал, поставьте лайки и напишите комментарии. Напишите свой любимый режим и напишите, что вы ждете от обновления. Спасибо за просмотр. Всем пока!